В среду 29 марта в 18:00 в эфире телекомпании ТВН большая программа, посвященная самому яркому танцевальному фестивалю года «Улица горящих фонарей». Только на нашем канале вы увидите выступления сотни лучших танцевальных коллективов со всей Челябинской области. Напомним, открывал танцевальный марафон Кубок Федерации Челябинской области по спортивному черлидингу. Позитивный настрой, энергичные движения вместе с акробатическими трюками. Черлидинг уже давно превратился из просто красивого шоу в соревнования высокого уровня. Отдельный самостоятельный вид спорта, по которому проводятся соревнования не только российского, но и европейского и мирового масштабов. И магнитогорским командам есть чем похвалиться. Следующие два дня были отданы современной хореографии. Громче всего дворец встречал такие номинации, как «Параданс», «Танец как средство реабилитации» и «Кубок Урала по лезгинке» – «Танец коренных народов Кавказа». Это все идет от быта. Если в России долины широкие, просторы, а там горы, резкие движения, скачки. Вот это все отражается в танце уже. Поэтому здесь уже нам как бы приходится легче это все делать, чем другим. А на четвертый день фестиваля «Улица горящих фонарей» перед публикой предстали ожившие сказки Востока. Итак, в среду, 29 марта, 18:00, в эфире телекомпании ТВН большая программа с самыми яркими выступлениями лучших танцоров и спортсменов со всего Южного Урала. Не пропустите!